Продолжая выпуск, кризис чуть не сорвал съемки новой ленты Алексея Учителя «Густав». Были и другие не менее серьезные помехи в съемочном процессе. Часть фильма даже пытались украсть, но теперь все позади. В Кировске сегодня отсняли последние кадры новой картины. Как считает Александр Трофимов, он успел уже и там побывать. Это будет захватывающая лента о любви, послевоенных годах и о гонках на паровозах. Трофимов! Ключ на 17-5! Владимир Машков на съемках «Густава» научился управлять тремя видами паровозов. Ездить на них может хоть назад, хоть вперед. Ничего не поделаешь, паровоз – главный герой фильма, а люди – это материал для раскрытия острых проблем. Действие картины происходит в Сибири в 1945 году, сразу после окончания войны. В отдаленном поселке Край проходят запрещенные гонки на паровозах. Эти гонки – возможность доказать себе и другим свое право на победу, на жизнь, свободу и любовь. Снимали в Псковской и Ленинградской областях целый год. Сложные перипетии разыгрывались не только в картине, но и в жизни. Сначала во время съемок сошел поезд с путей, остановили работу на двое суток. Потом вообще чуть не закрыли проект из-за кризиса, но продюсеры нашли средства. А в апреле полкартины украли, похитили весь рабочий звуковой материал. Его даже начали переписывать, пока злоумышленника не нашли. Несмотря на это, пресса сочиняла, что это был хитрый пиар киноленты. После этого наш звукорежиссер лежал с сердечным приступом. Такое придумать сложно. Эта картина – смесь разных жанров. Сам сценарий Александра Гоноровского подтолкнул на такой эксперимент. И в самом деле, гонки на рельсах еще никто не снимал. Здесь есть и мелодрама, здесь есть и драма, и экшен, как вы говорите. И это очень редкое сочетание. Если это все правильно драматургически будет обосновано, то, мне кажется, это будет интересно зрителю, а это самое главное. Экшен на съемочной площадке разворачивается и в кадре, и за кадром. Кто-то готовит технику для съемок, кто-то отдыхает. Но солдат спит, а служба идет. В качестве массовки люди подготовленные, все они из клубов военной реконструкции. Вживаться в образ им не приходится. По признанию режиссера, это первый на его творческом пути проект такого масштаба. Для фильма был построен целый поселок, проложена железная дорога, возведены мосты, задействована реальная, а не бутафорская техника тех лет. Короче, полностью воссоздан антураж, какой он есть по сценарию. И это соответствует представлениям Алексея Учителя, для которого кино – это не имитация реальности, а настоящая жизнь, запечатленная в кадре. За достоверностью изображаемого следят консультанты, чтобы зрителя никто не обманул. Сами участники съемок говорят, в кадр неправду не пропустят. Кино – это кино. Кино – это, так сказать, отображение действительности на пленке. Поэтому по-настоящему будет в фильме. Эта эпическая сага расскажет об очень сложных человеческих отношениях, о друзьях и врагах, о том, как пограничная ситуация может изменить человека. Замысел Алексей Учитель до конца не раскрывает, но заключительные кадры последнего съемочного дня о победе. Александр Трофимов, Сергей Скрипкин, Александр Александров, Анастасия Юдина. Последние известия. Ленинградская область.